Оренбург и Тюмень стали ближе к Челябинску. Теперь добраться в эти города можно всего за 1,5-2 часа. И на самолете с первыми пассажирами встретился Евгений Власов. Посадку в Челябинском аэропорту заходит Л-410. Чешский самолет привез около десятка пассажиров из Оренбурга. Олег Иванов прилетел в Челябинск в гости к сестрам. Не виделись 2 года. Ведь на поезде ехать долго, а на машине не позволяет здоровье. 2 года назад он ходил через Орск 4 часа. А сейчас я был просто поражен. То, что 2 часа я здесь, в Челябинске. Если бы не было этого рейса, я навряд ли бы сюда попал. В Челябинском аэропорту появилось новое направление полетов. Авиакомпания «Оренбуржи» открыла рейс «Оренбург-Челябинск-Тюмень». Раньше для перелета между городами требовалась пересадка в Москве. Прямой рейс позволяет экономить время и снизить стоимость билетов. Открытие нового направления позволит нашим пассажирам совершать авиаперелеты из Оренбурга в Челябинск, из Челябинска в Тюмень, и делать это по таким тарифам, которые сопоставимы со стоимостью проезда по железной дороге. Самолет комфортный, вмещает 17 человек. Из Челябинска до Тюмени пассажиры долетают за 1,5 часа. Рейсы будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета около 5000 рублей. Евгений Власов, Виктор Щелков, ОТВ.